Завтрак, шведский стол, завтра. Завтрак. Салам алейкум. Гостиница Ориент Стар. Это бывший медресе, да? Да. Вот, сейчас покажу вам номер двухместный, стандартный. Вот такой тихий внутренний дворик бывшего медресе. Он исторически реставрированный, да? Да. Ага. Номер, вы сказали, стоит вообще 300 тысяч, да? Да. На двоих. Сейчас. На одного. А на одного сколько? А, 170. На одного 170 тысяч сомов. Такие две кровати, шкафчик. А сейчас скидки вы сколько сказали? 250 на двоих, да? Да, это для двухместного номера. А на одного 120, да? Туристов мало, да? Иностранцев мало, да? Да, мало, но два. Хорошо.